Выпускники имели право выбрать любой из этих уровней или сдавать оба. Базовый уровень математики было рекомендовано выбрать тем выпускникам, кому этот экзамен необходим для получения аттестата об образовании. Профильный уровень можно сдавать, если выпускник планирует поступать в вуз, где математика – одно из вступительных испытаний. Профильный уровень включает 21 задание, экзамен длился от 3 часа 55 минут. Минимальный порог успешности – 27 баллов. В Сочи ЕГЭ по математике на профильном уровне сдавали 1748 выпускников. По вопросам организации проведения экзамена в Сочи можно обращаться по телефонам горячей линии ЕГЭ 264-65-96 и 264-29-53.